На Атланте дела не важны, так я понимаю. Товарищ президент, на сегодняшний день у нас допущены были определенные падения объема, но был рост в 2021 и 2022 году. Поэтому, конечно же, в 2023 году было снижение по отношению к 2022. На сегодняшний день есть определенное понимание, с учетом того, что уже начали мы принимать с Минпромторгом совместно определенные действия. Вы мне честно скажите, Дмитрий, вы сами решили туда идти или вас просто выпихивают на эту должность? Ни в коем случае. Я начинал с завода, более 12 лет отработал на Белазе в свое время, поэтому это абсолютно осознанный выбор. Я буду только рад, потому что когда я приезжаю сюда, выезжаю сюда, я смотрю на Атлант, и я ведь понимаю, что там проблемы есть. И люди недовольны некоторые. Поэтому нам надо это предприятие сделать настоящим предприятием, тем более без холодильников и машины стиральные там производим. Ну, может, надо на что-то еще выходить, что-то делать. Но надо это раскрутить, надо, чтобы это продавалось и покупали наши люди. Ведь неплохие же холодильники, стиральные машины неплохие. Совершенно верно. На сегодняшний день у нас хорошо показывает по качеству наши, ну, оба вида, это и холодильники, и морозильники, и стиральные машины. Нареканий практически никаких нет. Ну, конечно, надо серьезно поработать и над снижением цены, над себестоимостью. Потому что здесь в условиях конкуренции без этого, ну, просто невозможно.